Да, добрый день. Я сразу напоминаю, у нас все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Не, не против. Я слушаю, пожалуйста, говорите. Вот смотрите, Иван Тихонович, а вот какого числа начинается пост? Да. Ну вот он начал. У вас разве материала о посте нету? Так, ну я просто не все читал, от вас хотел конкретно услышать. Так это мой материал, мой материал. Я его сейчас там выкину, и все, потому что там цифр много. И то, что вы работаете там где-то с мясом, это никакого извинения не приносит. Зачем вы на него смотреть? Я вот больше полвека в рот не беру никакого мяса. И живой. Не, суть в том, что я работаю, у меня работа такая. Какая? Вы лукавые, вот. Гнилые подпорки не ставьте. Если вы пост нарушаете, на 2 года уже отлучены от церкви. Церковь, это апостольское 69-е правило. Вот я и звоню поэтому. Все, я сейчас, как только заканчиваем, я сразу выкидываю вам моей книги там оглавление, и там написано о посте, какая страница. По порядку все прочитаете. Там все сказано. Сейчас. По дням. Вот, и... Ну и что? Нюхай дым, этим питайся. В рот не бери. Да. Не, ну я его как бы не ем. Могу ли я вот жарить? Но я просто понимаю, позже идет. Я как бы людям продаю это. Продаешь, нечестиво можно продавать. Они Бога не знают. Ну а так-то я же не знаю, честиво, нечестиво, я же не буду спрашивать у него. Ну, а зачем тебе спрашивают? Верующие знают, что это не для нас пищу готовят. Там много бывает кавказские, которые вообще посты не соблюдают наши. Как бы я работать могу, но вкушать нельзя просто, да? Да, сами, чтобы в рот не брали. А людям продавать можете, потому что верующий он и не подойдет, не возьмет, а неверующий он все равно найдет где-то. Вот я ни разу не постился, я хочу начать. Вот ну, этот пост нетрудный. Я вам скину, когда вы там по порядку считайте только, когда в конце рождественский пост, когда начинается, в какие дни что можно, рыба в какой дни можно, а вот сегодня пятница, среда, даже растительное масло нельзя. Человек, а вы молодой, можете, как говорится, целый день не пить и не есть. Я буду стараться, идти. Конечно. Если я хочу этого. Ну. Я даже... На все жертвы готов. Вот так вот. Много жизни у меня такая сложная была. И поэтому я хочу определиться в жизни, что мне ближе. Но жить для Бога. Мне ближе. Нам определяться уже никак нельзя по-другому, потому что за нас Христос умер. Он уже умер. Уже за нас заплачена цена. Мы себе уже не принадлежим. И теперь можем быть только врагами Божьими или друзьями. Посередины нету. Вот, я вот это осознал в себе и хочу быть лучше другом. Хорошо, хорошо, я готов отвечать. Я вам высылал свои ресурсы. Да, Игнатик, да, я что-то читал. О, я тогда вам ничего не буду посылать. Вы откройте сайт, и там оглавление, это, к истинному православию, моя книга. Когда ее откнете, откроется оглавление, а в оглавлении увидите о посте. Сайт. Прямо там это, на сайте. Вы все равно скиньте, он там затерялся, ссылка не открывалась, этот раз пытался. Ну, ссылка не открылась. К истинному православию там. Попробуйте сейчас, открывайте сайт. Давайте я посмотрю. Я сейчас нет телефона, мне неудобно. Ну тогда что сказать? Вот так вот. Я сюда я могу вам сбросить отдельно, выдернуть и сбросить сюда. Ну. Я это, как бы вы скиньте, а я обязательно все посмотрю. Все, еще вопросы есть? А вопросы какие? Блин, я уже, они из головы вылетают, когда я вам звоню, они улетают сразу. Все, тогда я отхожу, если вопросов нет, и сразу вам скидываю. Все, хорошо, с Богом отошел.